Всем привет! По роду своей деятельности я частенько бываю в различных медицинских центрах и госпиталях страны и нередко провожу там долгое время с иностранными пациентами, организацией лечения, диагностики и реабилитации которых занимаюсь много лет. И вот совсем недавно, месяца два тому назад, я оказался в частном госпитале и вновь пришлось быть в ожидании. И, конечно же, не мог не привлечь мое внимание муляж желудка с красным, даже, пожалуй, с оранжевым мячиком внутри. Я разговаривался с персоналом и пригласили какого-то из специалистов, который поведал мне, что речь идет о системе Орбира. Вот эта система. Это супер новая, супер инновационная и, кстати, утвержденная FDA, Food and Drug Administration. Это тот самый всемирный регулятор медицинских препаратов, медицинских технологий и пищевых добавок по всему миру. Так вот, система Орбира – это детище гастроэнтерологии. Вот так вот выглядит шарик, реально. В муляже он был исключительно для привлечения внимания. И вот, в принципе, весь расклад. Система состоит в том, что шарик через пищевод вводится в наш желудок. И, скорее всего, что наполняя этот шарик воздухом, баллон этот воздухом, мы получаем чувство пресыщенности. Да, наш желудок заполнен, кушать не хочется, в принципе, все нормально, и вроде бы мы худеем. Ну или, по крайней мере, так заявляют разработчики этой мега-пупер-супер-инновационной системы. Упор делается на то, что для снижения веса, причем значительного снижения веса, нет нужды в травматичной, в инвазивной какой-то хирургии. Не нужно разрезать живот, не нужно ставить там никакие кольца, не нужно какие-то там участки желудка отрезать ради снижения веса, ради более красивой фигуры, а потом, ну, все это понятно, под наркозом, а потом зашивать, а тут все просто. Тебе ввели через пищевод вот это, оно надулось, и все, и ты снижаешь вес. Не все просто. Нужно пройти большое количество согласований, разрешений, платных консультаций у различных специалистов. И после того, как эти специалисты примут коллегиальное решение, что тебе все это подходит, вас пригласят на операцию. Вот так. Не больше и не меньше. А вот результаты, смотрите. Хорошие, правда, результаты? Классные. А вот еще. Нормальные результаты. Снижают вес. Смотрите, что происходит с людьми. Неплохо. Посмотрите, что было слева, что справа. То есть, серьезная компания также практикует фото до и после. И это ни у кого не вызывает никаких сомнений. Смотрите, нормальные фотографии. Что происходило до и что сейчас происходит с человеком. Действительно, изменения фантастические. Но, конечно же, я полез в Google. Конечно же, я решил узнать, какую сумму обойдется процедура установки этого прекрасного скандинавского чуда. Кажется, из Швеции. Надеюсь, я не ошибаюсь. Как выяснилось, в принципе, можно найти и за 3, и даже за 9, но усредненные показатели цены от 6 тысяч долларов до 7 тысяч долларов. Сейчас, если вам меньше 18 лет, отойдите на секунду от компьютера или просто отключите звук. У меня вопрос. Алло, Орбира, а вы там часом не охренели? Понятно, что это меня рассмешило. Цифры 3 тысячи, 9 тысяч, 6 тысяч, 7 тысяч меня, конечно же, улыбнули. Вот уже 22 месяца я продвигаю бизнес, в котором есть вот такие маленькие замечательные капсулы. Давайте я очень коротко расскажу о них. Вот это Elev8 или Elevate на английский манер. Elev8 – это капсулы зеленого цвета исключительно для внутреннего применения.
ЛФ-8 насыщает организм дневной нормой витаминов, минералов, здоровой положительной энергией, выводит токсины, повышает иммунитет, стимулирует работу мозга, восстанавливает обмен веществ и улучшает настроение. В описании к данному видео я укажу ссылку на облачное хранилище, где вы сможете скачать все ингредиенты, входящие в состав капсул, изучить под микроскопом, изучить вместе со своими специалистами, коллегами, экспертами, друзьями, родственниками. Но сразу оговорюсь, для того, чтобы начать принимать эти капсулы, не нужно проходить медицинские обследования, не нужно получать врачебный допуск, не нужно закупать особое оборудование, не нужно находиться под гипнозом или под наркозом, и, конечно же, не нужно проходить какие-то особые курсы по использованию данной капсулы. Что же да нужно? Принимают ЛФ-8 за 15-20 минут до завтрака, запивая полным стаканом воды комнатной температуры. В течение дня следует потреблять не менее 8-9 стаканов воды для создания транспортной магистрали, покидающей организм токсинов, ну или шлаков. Да, и кстати, ЛФ-8 не является медицинским препаратом и ничего не лечит. У нас есть еще один продукт, это уже комплекс из двух капсул. И вы в описании к данному видео найдете ссылочку на облачное хранилище, в котором будут ингредиенты и XLR-8 тоже. Действие данного комплекса направлено на здоровый глубокий сон, на восстановление нормального функционирования желудочно-кишечного тракта, на мягкое, комфортное и безопасное снижение веса во время сна. Непосредственно на коробке, на упаковке, четко написано на английском языке «естественное снижение веса в процессе глубокого сна». Для самоконтроля я рекомендую ежедневно фиксировать свой вес и объем, когда утром, после того, как мы просыпаемся и, простите за подробности, опорожняем желудок большой и малой нуждой. Капсулы следует принимать тоже за 15-20 минут, но не до завтрака, как в случае с ЛФ-8, а до ночного сна. Неважно, в какой последовательности вы принимаете одну белую и одну фиолетовую, либо одну фиолетовую и одну белую, запивая полным стаканом воды комнатной температуры. И вновь открытие. Капсулы XLR-8 не являются медицинским препаратом и ничего не лечат. Ни ЛФ-8 и ни XLR-8 не создавались для космонавтов. За эти продукты никто не получил Нобелевскую премию. Все ингредиенты давным-давно известны. Рецепт, формула этих капсул не передается из поколения в поколение, как рецепты Кока-Колы. Бабушки, бабушек, наших бабушек знали многие из этих ингредиентов. Здесь нет химии, здесь нет синтетики, здесь нет ГМО. Это очень важно. Но зато есть вот такие результаты. Явно не хуже, если не лучше, тех, которые дает Арбера. Посмотрите, хорошие, да, результаты. Люди также теряют весе, люди также уходят в объемах, причем этот продукт распространяется непосредственно с заводом-изготовителем, здесь нет никаких посредников, вы заказываете напрямую, и счастье вам да прибудет. Кстати о заводе. Где это все производится? Итак, на высокотехнологичном оборудовании корпорации UST с использованием новаторских разработок в индустрии здорового образа жизни появляются на свет ставшие брендом капсулы ЛФ-8 и XLR-8. UST Corporation находится в штате Юта, Соединенные Штаты Америки, телефон, факс, сертификаты. Вы все это уже видите. И это есть то самое будущее, которое наступило. Благодаря этим капсулам человеческий организм находится под круглосуточной защитой. В течение дня это ЛФ-8, дневная норма витаминов, энергии, позитива. А ночью на глубокий здоровый сон и на снижение веса работает XLR-8. Продукты, которые 24 часа. 7 дней в неделю работают на вас. Вы спросите, ну хорошо, и сколько это стоит? 123 доллара. $123.
70 капсул LF8 на 70 дней или $123, 30 зеленых, 30 белых, 30 фиолетовых капсул на 1 месяц. Без такого грандиозного количества денег, которые нужно вбухать в себя через пищевод. И, кстати сказать, в том случае, если вы почувствуете дискомфорт, недомогание, если вам будет казаться, что вам что-то мешает, то баллон изымут, но деньги уже не вернут. А, да, я забыл. Если в течение 30 дней вы не получите никакой эффект от этих капсул, то здесь деньги вам вернут. Однозначно. Ну, поэтому принимайте решение. 6-7 тысяч долларов и жить с баллоном внутри или капсулы, состав которых дарован природой. Посмотрите под этим видео. Все указано. Скачивайте ссылки, изучайте и принимайте решение. Удачи!